Считанные дни остаются до совместного белорусско-российского учения «Запад-2017», и сегодня в Министерстве иностранных дел провели брифинг для зарубежных послов. Несмотря на то, что проведение подобных встреч – прерогатива оборонных ведомств, в МИДе решили ответить на интересующие дипломатов вопросы. В зале представители более 40 государств. Наблюдать за маневрами Беларусь пригласила более 80 экспертов от ООН, ОБСЕ, УДКБ, Международного комитета Красного Креста, а также Украины, Польши, стран Балтии, Скандинавии и военных атташе, аккредитованных в Минске. Мы доверяем белорусским властям и уверены, что все пройдет наилучшим образом. Мы также благодарны за усилия, которые прилагают власти Беларуси для прозрачности учений, и ценим, что нам предоставляют всю необходимую информацию. Учение «Запад-2017» начнется 14 сентября и будет проходить на территории Беларуси 7 дней. Участие в нем примут 12 700 военнослужащих, около 3 тысяч из них из России. Задействовать в маневрах собираются 680 единиц боевой техники. В МИДе в очередной раз подчеркнули, учение носит сугубо оборонительный характер.